59-й час. Санитаров подземелье. Так, короче, у оружейника покупать нечего. Вот, поэтому, в принципе, сразу тогда отправляемся освобождать негров, чтобы они были гребцами на нашей подлодке. Всех я тут уже перебил, осталось просто с любым негром поговорить. Мне интересно, сколько часов осталось до конца? Ну, я думаю, 2-3 часа до финала осталось, не больше. Я предполагаю. Я не знаю, на самом деле, сколько, но что-то мне подсказывает, что 2-3 часа. Я играю вслепую, прохождение не смотрел. Кроме единственного раза, когда я немножко в затуп попал. Все эти диалоги с рабами мы уже смотрели. Фандейн, так, эти диалоги я тоже читал. Так, лодка отплывает. Гребцы начали работу. Так, на остров плывем. Кажись, догребли. Лаборатория на острове, доки. Электростанция находится в глубине пещеры. Приступаем? Не время жевать сопли. Начинаем операцию «Вулкан-антифашизм». Так, мне сейчас главное не замочить фонденица, как в тот раз. То есть от него надо просто нам всем отойти куда-нибудь подальше. И вот где-нибудь оттуда работать. Давайте подальше от фонденица отбежим и будем всех просто закидывать подствольниками. Так, тихо-тихо-тихо. На нас уже напали. Я вот просто не пойму, игра уже скоро закончится. Когда, собственно, это... У демона, кстати, новый уровень. Когда, собственно, это... Имперское оружие-то нам дадут, я вот просто не понимаю. Так, выносим мерзавцев. Так, фонденица, главное не зацепить. Фонденец где? Блин. Фонденец-то вот он, блин. Его завалить как нифиг делать. Он в эту сторону зачем-то ломанулся. Я не понимаю, зачем. Да, блядь, сейчас его опять завалят, сука. Не-не-не, ребят, так не получится. Так не получится. Короче, надо как-то более умно действовать. Потому что... Ну, фонденец помрет, это очевидно. Возможно, имеет смысл все-таки... Блин, мне что, по новой этих рабов освобождать? Вы что, серьезно? Ё-моё. Не, подождите, там была загрузка, автосейф же есть. Так, автосейф есть уже здесь. Так, мне надо как-то вот... так, демону качаем, естественно, тяжелое оружие. Я так понял, он до конца игры будет у нас бегать пулеметом. Потому что больно уж это крутая вещь. Так, режим боя. Оборона ставим. Кстати, фонденницем-то я тоже, оказывается, сам управляю, прикиньте. Так, фонденницы тогда просто прячем куда-нибудь подальше. Вот и все. Фонденниц, быстрее давай. Куда он потащился? Умрите, швайны! Так, фонденница просто увели в сторону, и все, я думаю, теперь проблемы не будет. Ой.
кабану кто работает? А, вот эти гады. Так, может быть, надо немножко поближе, или, в принципе, тут будем стоять. Нарвайте пока здесь нормально. Нормально здесь работает. Главное, что фон Денниса я спрятал. Не, пулемет это жесть. Пулемет это жесть. Так, там типа чуваки решили снайперов поиграть. Окей. Идем на сближение. Я не пойму, почему чувак стреляет не из подствольника. Вот я не пойму. У нас гранат до хрена же. Опа! Вы что, серьезно? Опа, там тамариец какой-то очень жесткий попался. Так, ребята, у нас проблемы. Оказывается, не все так просто. Там подошел какой-то тип. Совершенно какой-то жуткий тип подошел. Так, фонденница прячем. Так, у демона тяжелое оружие. Так, сейчас надо подумать. Во-первых, сразу достаем стволы. И сразу даю команду использовать им только подствольники. Так, фонденница прячем. Я предлагаю встать вот здесь где-нибудь всем. В линию. Это кто орёт как сумасшедший? Это что, орите такие ебанутые? Фонденницам, кстати, почему-то я не могу управлять. Непонятно почему. Так, пока все нормально. В прошлый раз нам навалял вот этот вот чувак в киберкостюме. Вот он представляет основную угрозу. А в этот раз почему-то фон Деннис не управляется. Почему он не управляется, я вот не пойму. Демон почему-то убрал оружие, блядь. Ну что это такое? Ну почему он убрал оружие-то? Я не понимаю. Так, ну раскидали. Так, он идет, серьезный парень. Давайте на нем сосредоточимся. Ариец идет в киберкостюме. Отлично, разнесли. Разнесли чувака. Такое ощущение, что фон Деннис типа против нас, что ли, злым стал? Я не пойму. Почему он это? Конка странная какая-то. Подождите, эти ворота никак не откроешь. Так, эти ворота не откроешь, ребят. А, вот так, бежит толпа народу. Так, они бегут все в эту сторону. Окей, встречаем. Главное фон Денниса прикрыть.
навстречу аду. Ого! Там сплошными гранатами нас закидывают. Так, жрем аптечки. Так, у кабана, к сожалению, опять критическое ранение. Что ж ты будешь делать? Блять, гранаты летят и летят. Ой-ой-ой-ой. Загружаемся. Блять, я заебусь так играть, честно говоря, потому что... Ну, это пиздец. Я вот не знаю, нам понадобится винтовка полная труба или уже все. В принципе, сколько у нас денег вообще? 2 миллиона. Мне кажется, уже нет смысла собирать эти трофеи. Что от меня требуется? Уничтожить всех арийцев рядом с подводной лодкой. Умрите, швайны. Так, сейчас побегут с другой стороны, как я понимаю. Там один хрен тупик. Так, ладно, давайте я попробую обыскать трупы. Правда, брать с них уже нечего. Ну, может быть, аптечки будут. Поскольку, я так понимаю, вернуться уже в город мы не сможем. Поэтому надо собирать сейчас все. И, кстати, патроны 9 мм. Это как раз, наверное, то, что нужно демону. Его пулеметом. Патроны 9 мм пускай собирает. Тут уже дорогущие винтовки пошли, но... Я не знаю, мы их успеем продать-то? Мы будем вообще в городе-то? Что-то мне подсказывает, что уже нет. Так, сюда бегут, сюда бегут. Умрите, швайны! Куда они побежали, я не пойму. Да. Мне кажется, пулеметчик эффективнее даже, чем чуваки с подствольниками. Вот серьезно.
Ты, блядь, стойте здесь. Ё-моё, а? Сдохни. Так, он побежал за подмогой. Сейчас, скорее всего, прибежит подмога. А мы их встретим. Чуваки с дальнобойными винтовками, вот что меня напрягает. Все? Закончилась атака? Винтовка «Ураган». Это что-то новенькое, ребята. Я такую винтовку первый раз вижу. Ох, нихера себе. Винтовка «Ураган». Урон 19.36. Но меньше, чем у пулемета. Так, урон 19.36. Штурмовая винтовка калибра 9 мм. Арийского производства, установки оптического прицела. А подствольник-то не успел восстановить. Не. Без подствольника, ребятки, не буду. Не буду ее брать. Вернее, я ее возьму на всякий случай, но... Без подствольника неинтересно. Без подствольника неинтересно. Так, а у этой стрельба 18.36, а у этой 19.36. А, слушайте, у нас же модернизированные винтовки АТАС, поэтому они по характеристикам-то такие же практически, но при этом... У них есть возможность установки подствольника. Я, честно говоря, сомневаюсь, что сбор всего этого добра, он как-то... Вас будет востребован, потому что, ну, по-моему, игра-то уже все практически пройдена. Так, я предлагаю, в принципе, так же. Я даже не знаю. Что такое? Так, по демону открыли пальбу. Демон, уходи. Есть подозрение, что у нас закончились подствольные гранаты. Что, серьезно? Да, у нас закончились гранаты к подствольнику. И это, конечно, серьезно все усложняет. Обратите внимание, у них денег нету. То есть, походу, на этой стадии игры уже не понадобится ничего продавать. Что-то мне это подсказывает. Ну, пускай, пацаны, винтовку полная труба все-таки возьмут. Умрите, швайны!
Опа, чуваки, Крюгера замочили. А я даже не понял, а как такое произошло-то? Почему он так быстро умер-то? Что случилось-то? Не понял. Короче, надо просто встать в оборону и как заманивать их просто, как обычно, чтобы они подставились. Давайте я их просто выставлю в линию сейчас. Пойду заманивать. Получай, гнида! Блять, подствольников не осталось, ребят. И это проблема. Подствольников не осталось. Опа. Да что ты будешь делать? Слушайте, как тяжело без подствольников-то, кстати. Без подствольников реально тяжко. Так, давайте я тогда их попробую разложить. Прям разложить. Может быть, они так будут точнее стрелять? Вот я хочу на это надеяться. Пускай они лежат или с картов стреляют, я не знаю. Даже лежа. Так, и демон пойдет их сейчас заманивать. Фрицев. Умрите, швайны. Так, вот они побежали за нами. Попробуем устроить засаду. Получи, гнида. С позиции Лёши-то точнее должны стрелять, как я понимаю. Видите, в положении лежа, когда мы находимся, им намного труднее попасть. Им намного труднее попасть. Правда, демон работает на пределе дальности и промахивается практически совсем. О, нет, там опять пришел этот страшный тип. Там опять пришел этот страшный чувак. Так, и он стреляет по демону. Демон, уходи. Уходи, блядь, сука! Да что ж ты будешь делать-то, а? Вот этот демон мне... Вот этот чувак в киберкостюме, он мне все портит. Так, демон, аптечку. Так, демону надо уходить опять своим. Вставай, сука! Да что ж ты будешь делать-то, а? Блин, я не могу понять. Так, вот они сагрились. Плохо без гранат, плохо без подствольников, конечно. К хорошему быстро привыкаешь, реально. Лежи тебе, баран. Блять, я хотел одному типу приказать ползти, а не всем сразу. Ё-моё. Демон, сука. Бегай. Либо демона в засаде держать. Он может укрыться, кстати, вот за этими шкафами. И как бы работать из засады. Неплохой вариант. Так, сюда целая толпа бежит. Встречаем. Демон пускай вот здесь вот из-под тишка будет работать. Так, я предлагаю пацанам дать команду стрелять одиночными и прицельно. Раз они на большую дальность херачат.
Так, попробуем на большой дальности поработать. Прицельно. Вот этот хер почему не стреляет, сука? Не нравится тебе такое, пес? Так, пора их переводить уже на стрельбу очередью. Так у них и так очередь стоит, я не пойму. Я вроде выставлял одиночную. Так, сейчас подойдет вот этот страшный чувак. Вот он подошел, кстати. И он нас в упор расстреливает. Сейчас надо отступать. Все отступаем. Блять, и кабана моментально завалили. Ну как так? Ну как так-то вообще? А, либо знаете, что надо сделать? Надо, мне кажется, спрятаться за стенами, вот за этими. Как бы устроить засаду. Вам не кажется, что это будет хорошей идеей? Не жить тебе, баран. Только вставай, что ты, блядь, на коречке? Ты что, не любишь, пёс? У этого нет винтовки в руках. Где пулемет демона, ёбаный в рот? Он его выронил? Серьезно? У него критическое ранение, что ли? А, блядь, чуваки, у демона критическое ранение. Опять загружаемся. Слушайте, ну это катастрофа. То, что все, взяли, все убрали оружие. С какого хера они убрали оружие, я не знаю. Уходим. О, господи, у демона пулемет-то там остался почему-то. Почему он не стреляет, гад? Почему он не стреляет? Этот придурок голыми руками побежал драться. Так, вон эта тяжелая артиллерия идет. Этот дебил голыми руками лезет драться. Так, надо отступать, надо отступать. Всем. Там это тяжелое подходит, этот боевик. Ариец в бронекостюме, полный П.
Крадутся, крадутся. Видите, как медленно идут? Крадутся. Вон он крадется, гад. А, хромает. Не крадется, а хромает. Остался вот этот сукин сын, против которого непонятно, что использовать. Автомат его не особо-то берет. Да, он крепкий гад. Ты меня инвалидом сделаешь! Так, он... Так, расстреляли его. Расстреляли гада. Так, Крюгеру большую аптечку, маленькую аптечку. О, пулемет Ахтунг, ребята, еще один пулемет. Еще один пулемет. Учитывая, что у нас не осталось гранат к подствольнику. Этот пулемет нужно вручить Угрюмому. Пулемет Ахтунг. Урон еще больше. 30-46, ребята. Этот урон еще круче, чем у пулемета демона. Тогда демон его забирает. А, так, демон свой пулемет потерял. Так, забирает пулемет Ахтунг. Какие патроны он использует? 14 миллиметров. Слушайте, у нас нет патронов 14 миллиметров вообще. Тогда, тогда нет. Тогда надо этот пулемет кому-то передать. Кай Крюгер его потаскает пока. У нас нет патронов 14 калибра. Ну тут вот есть сколько? 30 патронов. Это погода не сделает, это ни о чем. Так, демон пускай возвращается за своим пулеметом, который он где-то там потерял. Пулемет Кайн. Короче, все сюда давайте. Хотя подождите, здесь надо еще смотреть. Пусть этих типов повываливалось. Пусть нам надо будет много патронов 9 калибра, однозначно. Потому что, видите, как быстро патроны пошли. Подствольников нету. Сейчас патроны 9 калибра становятся на вес золота. Принципиальный, но не дебил. Так, пистолет-пулемет «Шквал» можно выкидывать из инвентаря. Так, патроны 9 калибра все собираем. Так, демон что, так и не подобрал пулемет Кайн, что ли? Он в него не влазит, что ли? Вроде в лес.
Так, там сейчас куча народу будет. Так, они нас спалили. Отходим. Вот здесь в коридоре будем их встречать. Демон бездействует. Так, ломанулась очередная группа. Так, демону плохо. Аптечку ему. Так, угрюму маленькую аптечку. Блять, сука, сколько вы можете закидывать уже гранаты? Блять, они походу так и будут сейчас швырять эти гранаты. Получи гнев. Блять, они почему-то все повыбрасывали пушки. Ну вот почему это так, а? Почему? Так, за подмогой снова бегут. Так, давайте я демона отправлю на то, чтобы он опять заманил чуваков. Там же еще кто-то остался по-любому. Да, винтовки тут, конечно, жесть. Ураганы по цене 1 000 000. А, нет, 209 тысяч. Ну, к ней нельзя поставить подствольник. Хотя, с другой стороны, а нахера подствольник, если... Так, ребят, надо, короче, ураганы раздавать. Потому что подствольников, подствольных гранат все равно нету. Давайте отправим чувакам, раздадим вот эти винтовки. Винтовки ураган. Это же лучше, чем... Хотя как она лучше-то? Подождите, как она лучше? Она же не модернизированная. Так, винтовки вампир тогда выбрасываем. Ураган забираем. Минимальная сила сколько? 5. Нормально. У кого мало аптечек? Может быть, кто тут у нас побегает? Давайте, у Крюгера довольно мало аптечек. Пускай он трупы фрицев осмотрит. Так, прибежали. Ублёдок.
Выполнено задание уничтожить всех арийцев рядом с подводной лодкой. Новое задание – проследовать к тектоническому реактору. Так, у Крюгера новый уровень. Даже не знаю, что качать. Ну давайте имперское оружие, что ли, тяжелое оружие тоже качнем. Мне кажется, это все уже не столько принципиально. Так, винтовка Ураган, вот, угрюмый пускай Ураган забирает. Если у нас будет возможность вернуться в город, то мы можем модернизировать. Или один раз он только может модернизировать. Там кто-то... Хотя, блин, буду ли я с этим связываться? Вот в чем вопрос. Это же надо, блин, опять отвлекаться, там куда-то идти. Так, винтовки вот эти вот. Полный П я выгружаю. Ввиду недостаточной стоимости, как по мне. Бой — это единственное средство достижения победы в бою. Так, АТАС давайте заберем. Я просто не знаю, будет у нас возможность еще вернуться в город. Скорее всего, уже не будет. Но на всякий случай, вдруг чего. Так, трупы будем осматривать. Там аптечки так-то могут быть. Боеприпасы, кстати. Патроны 9 мм тоже надо подбирать. Так как купить их уже, похоже, будет невозможно. Давайте все патрошки заберем. Ну, я даже не знаю. Так, у кого мало патронов? 9 мили... О, у Угрюмого очень мало патронов. Пускай демон с ним, наверное, поделится. Так, демон делится с Угрюмым боеприпасами. У кого-то было мало аптечек, я помню. Так, у Крюгера мало аптечек. Демона полно. Так, демон Крюгеру делится аптечками. Так, ну чё, ремонтируемся и отдыхаем до полного выздоровления. Отдохнули, отремонтируюсь. Так, квестовый чувак, а, вижу. А, так это Фанденис тот самый. Надо с ним поговорить, я так понимаю, чтобы продвинуться дальше. Фанденис нервно озирается. Хорошо работаешь, комрад. Видно, что ты опытный человек. Но надо торопиться, а то челнок возьмет старт без нас. Кивнуть, отойти. Не понял. А дальше-то что? Проследовать к тектоническому реактору. А где этот реактор? А, вон он, на другом конце карты.
тонический реактор, так называемый. Да уже из имперского оружия-то постреляем, конец игры уже. Я тут качаю имперское оружие, а толку никакого. Лаборатория, геотермальная метеостанция. Так, проследовать к тоническому реактору. А, так мы еще не проследовали к нему, оказывается. Так, залегаем, демон идет. Чуваков провоцировать. Этот побежал за подмогой. Пускай он добежит до подмоги и... Мы ее дождемся. Здесь прямо. Он за подмогой бежит. Либо он ее там не находит. Почему он возвращается, непонятно. А, нет, с подмогой. Мочи козлов! Мне показалось, или кто-то только что одиночными стрелял и попал в голову? Не понял. Да нет, вроде бы. А, значит, это враг стрелял. До встречи в аду. Так, мне кажется, надо идти на сближение. Идем на сближение. Так, здесь чисто. Так, демон, аптечку. Так, здесь мы не пройдем. Кстати, вот эти трупы мы не осмотрели. Демон идет на разведку и агрит врагов на нашу засаду. Так, здесь не сагришь, там тупик.
Окей, погнали тогда все вместе. Угу. Так, нас там уже поджидают двое чуваков. Так, пускай их демон агрит. Пулемет — это вещь. Я даже не знаю. Умрите, швайны! Так, демон агрит по-прежнему. Так, все, побежали. Так, там какой-то гадкий снайпер. Так, демон идет на сближение, выносит его. Своего пулеметика. О, господи, там опять этот хер. Со страшной пушкой, блядь. Так, я предлагаю этого хера поджидать, наверное, за углом. Уж я не знаю, как с ним драться, честно говоря. Так, чуваки, поднимайтесь. Тут места мало, чтобы устроить засаду. Так, пускай они отойдут, наверное. Я не знаю, как сейчас демон справится с этим чуваком. Если он начнет обстреливать демона, то я введу в игру этих трех парней. Смотрите, он даже не обращает на демона внимания. В принципе, у меня такая задумка и была. Пулемет Ахтунг. Так, ну пулемет Ахтунг надо брать. Сколько у меня патронов? 60 патронов уже к пулемету Ахтунг набралось.
достижение победы в бою. Продолжаем двигаться потихоньку к тектоническому реактору. Умрите, швейны. Так, ага, мы уже нарвались на двух типов. Так, демон, отходи. Так, они бегут уже сюда. Так, с такой дальности, по идее, надо стрелять одиночными, честно, чтобы патроны экономить. Так, бросок гранаты этот гад совершил. Зажал аптечку. Да, блядь, у него что там? Сколько гранат-то? А, он, кажется, сам себя подорвал, если я не ошибаюсь. Так, демон идет на разведку дальше. Кабан вообще не стрелял почему-то. Не понял, почему. Получай, гнида! Умри, паскуда! Так, Крюгер при смерти, аптечку ему. И демон тоже. Так, надо идти на сближение, вскакиваем. Получи, гнида! Там где-то то ли снайпер, то ли еще.
Так, вроде бы перебили. Продолжим в следующем часе. Всем пока.